И всем привет, дорогие друзья, с вами Кейн, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 307 часть наших обзоров, и сегодня, друзья, у нас снова офигительнейший мод, который добавит там блоки в игру Майнкрафт, с помощью которых вы сможете экспериментировать с гравитацией, друзья, это очень и очень офигенный мод, поэтому обязательно ставьте лайки этому видео, если мы наберем 5000 лайков, было бы очень здорово. Поэтому, да, друзья, что ж, давайте приступать смотреть, и я вам постараюсь все подробно объяснить, как здесь все работает. Ну и, в принципе, мод очень веселый и легкий, чтобы понять. Поэтому, да, друзья, что ж, первая вещь, которую я вам хочу рассказать, так это, когда вы начинаете новый мир, когда вы установили этот мод, и вы начинаете новый мир, то вам дают вот такую вот книжку, где, в принципе, все инструкции написаны о этом моде. То есть вы все можете почитать про все, что хотите, рецепты крафта здесь все есть, вы можете видеть, но вам это сегодня не понадобится, потому что я вам сам все расскажу. Что ж, окей, давайте начинать. Эту книжку мы, пожалуй, выкинем. А, давайте начинать. И первое, что мы посмотрим, так это вот такие вот гравити Boots. То есть это у нас гравитационные ботинки, которые крафтятся вот таким вот образом. Вам, вам понадобится два слитка железа и два вот таких вот аттрактора. И они крафтятся вот таким вот образом. А, вы сейчас поймете для чего эти штуки вообще нужны. Но запомните крафт. Просто четыре слитка железа, 4 и один компас. Что ж, вы крафтите эти ботинки и вы их надеваете. И что же? при Исходят. Ничего, друзья, они добавляют вам, э, вы можете видеть всего лишь одну единицу брони и выглядят они вот таким вот образом. И вы скажете, кей, и для чего же они нужны тогда эти ботинки, если они ничего не делают, они не добавляются никаких там сумасшедших гравитационных прыжков, ничего, они, друзья, нужны для того, чтобы когда вы экспериментируете вот с тем, что мы сегодня будем делать, э, со всякими гравитационными полями, то на вас они не будут влиять, они будут влиять на всех вокруг, но не на вас. То есть, если у вас есть эти ботинки. Поэтому они очень полезны, и, в принципе, я пожалуй, их оставлю. Ставлю надетыми на себя Поэтому, что, друзья, давайте теперь Будем начинать смотреть интересные блоки И первое, что мы посмотрим, так это Гравитор, ну или Гравитор, я честно не знаю Как это правильно назвать, но Что же это за блок? Давайте мы его поставим Мы его поставим ровно в центр этой этой Даже не знаю, такой площадки, которую я тут построил а Давайте мы войдем все-таки в креатив Нам будет так удобнее и Теперь мы просто возьмем редстоун и факел, потому что а, Именно и все эти блоки, они работают Именно с редстоуном, поэтому Что, друзья, у нас выглядит этот блок вот таким вот образом Давайте, кстати, посмотрим, как он красится. Я его... Так, 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 так. вот он, гравитор. Красится он из четырех слитков. Железо, один компас и один редстоун. В принципе, все довольно-таки просто. Что ж, что же он делает? Он пока вообще ничего делает. Он не включен. Нам нужен редстоун, и выглядит он вот таким образом. Теперь, когда мы его включаем, то вы можете видеть, у него поменялась немного текстурка. Я не знаю, заметили бы или нет, но она немного меняется. Что это означает? Что же делает этот блок? Он делает следующее. Все мобы, которые находятся в радиусе 12 блоков от этого блока, именно от этого гравитора, 12 блоков туда, 12 блоков туда, 12 блоков вверх-вниз, в любом месте на, в радиусе 12 блоков, они начнут... Э, так сказать, летать, потому что у них не будет гравитации. Этот блок просто удаляет гравитацию. Гравитация ноль, друзья. Что ж, давайте мы это сейчас посмотрим, как это все работает. Мы возьмем какого-нибудь бедного моба, например. Давайте возьмем вилджера, коров. Давайте возьмем много мобов. И давайте посмотрим. Ну, сначала мы это выключим. Нам это не нужно пока. И заспаним жителей вот здесь, вот здесь, вот здесь, и вот здесь. И корову, и корову. И окей. Что ж, теперь мы включим этот блок. И. Что же происходит, друзья? Мобы начинают. Просто начинает парить в воздухе, потому что нет гравитации, друзья. Просто ее нет. Просто посмотрим. Он он должен крутиться от счастья. То есть, да, друзья, они поднимаются ровно на 12 блоков в высоту, так как я вам и говорил, то есть 12 блоков вверх, туда, туда. То есть они вот так поднимаются и все, они там остаются. Житель просто там развлекается, ему очень нравится. Но теперь давайте мы просто уберем этот рассолный факел и посмотрим, что же произойдет. Да. Бедные, бедные жители, бедные коровы. Так, ладно, все, пофиг на них, иди отсюда. Ты где здесь? Да, Ну-ка, пошел! Кыш, баганый житель. Иди отсюда. Ладно, пофиг на него. И, в принципе, вот такой вот офигенный блок. Если мы, кстати, снимем эти ботинки и включим этот блок, то вы можете видеть, мы тоже теперь просто полетели, полетели. Вместе с тобой, да. Ну-ка. И, ну, у него, блок, у него радиус 12 блоков, поэтому где-то здесь. Вот, вот, вот где-то здесь, он на меня уже не будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну где? Вот, вот здесь он заканчивается, вы можете видеть. И вот здесь я спокойно падаю. Но если мы в этом радиусе, то я спокойно летаю, друзья. Это очень забавно. что давайте мы уберем этот блок, и в принципе... Упс. И в принципе, да, вот так вот он выглядит, вот так вот он работает. И давайте посмотрим теперь следующий. Возьмем это, чтобы нам это не мешало. Наденем эти ботинки, и удалим все отсюда. Окей. Следующий блок, который мы посмотрим, он тоже имеет э, что-то общее с этим грави гравитором, который мы только что посмотрели, потому что это у нас directional гравитор. И в принципе, это тот же самый гравитор, но только с одним направлением, друзья. Давайте я вам продемонстрирую. Если вы, например, ставите его вот таким вот образом, вы можете заметить, то, что выглядит он вот, если смотреть вот отсюда, то он выглядит точно так же, как и гравитор, но вот здесь вот по бокам, по, на других сторонах он какой-то серый. Что это означает? То есть гравитор, он не будет, э, так сказать, активен вот в этой области. То есть вот не вот здесь, вот не вот здесь, ни снизу, не вот здесь, не вот здесь, ни вот здесь. Ни вот здесь, ни вот здесь а именно сверху, вот куда, куда он направляет То есть вот здесь вот То есть если мы на него встанем и мы его включим Давайте я даже это сделаю э -э, Рестонный факел, вот он И мы его включаем и мы полетели Если мы чуть-чуть зашли, -чуть -чуть то есть именно э за уже этот блок То мы уже просто э спокойно падаем Да, друзья, давайте мы опять же по поэкспериментируем немного с ним То есть мы его можем поставить вот таким вот образом Вот так вот И теперь активируйте их все и теперь, например, да, вот я начинаю летать именно здесь, но именно на высоту одного блока, потому что, ну, они... Я всего лишь один блок поставил, поэтому я всего лишь летаю на высоту одного блока. Мне кажется, довольно-таки забавно. Кстати, а где мои ботинки? Я их удалю, да? Черт, я-то думаю, почему я летаю? Ну ладно, давайте мы их оденем обратно и заспавним небольших... Небольшое количество мобов Давайте возьмем уже виллджеров Так, и полетели, друзья Вы можете видеть, вот так вот это работает В принципе, довольно-таки забавно Если бы мы поставили еще вот так вот, то есть Эй, кстати. Так Так Но, к сожалению, э, чтобы их активировать Ну, ладно, ничего страшного То есть вы понимаете, как это работает А если все-таки хочется их активировать Хм Ладно, давайте хотя бы сделаем вот так Так, так, так Просто я вам покажу. Возьмем один блок. Вот так поставим. И активируем вот это. И, например... Нужно... Вот. Это, стой, стой, стой. Вот так. И да, вот он заработал. И, по идее, если я сейчас сниму ботинки, то... Я... Да, поднимусь на два блока. Но, в принципе, вы понимаете, как это работает довольно-таки. Забавно, кстати, можно интересные карты делать. То есть, я не знаю, там всякие... Э, Что-то типа нового паркура только теперь со, всякие, со всякой гравитацией. То есть, хоп-так, залез на блок, э, побежал дальше и так далее. Хм, не знаю, неплохая идея, мне кажется. Но, ладно, давайте мы сделаем день, потому что уже темнеет. Уберем этот факел, уберем вообще все отсюда. И... Впри... Ой, извините. Я не хотел я случайно. Ну и да, то есть, в принципе, то же самое и вверх, и можно сделать вниз, и как вам угодно. В принципе, давайте, кстати, посмотрим, как это выглядит, если мы поставим это вниз. То есть, по идее, я... Ну что, даже... Что? Что происходит? Здесь да, а здесь нет. Ладно, видимо, он просто не хочет, чтобы мы это тестили. Ладно, 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 ничего страшного. Давайте мы опять же все отсюда уберем. Ну, кстати, оставим яйца спаунера и ботинки обратно оденем. Что ж, теперь мы посмотрим следующие блоки, которые уже делают немного другие вещи. Дальше у нас идет атрактор, как раз-таки тот самый, который нам нужен был, чтобы скрафтить ботинки. Давайте мы сразу возьмем два, потому что ну второй вы наверное уже поняли какой. И что же делает аттрактор? Давайте мы посмотрим. Мы его ставим. И то есть он выглядит вот так вот с такими красными точками и так далее. Крафтится он, кстати, я вам зову показать, как крафтится. Э, тот самый черт возьми э, чтобы скрафтить directional гравитор вот вот так он красится три сон один компас и два слитка железа окей что ж теперь мы смотрим атрактор и он кратится уже вот таким образом я вам уже показывал в начале поэтому ничего страшного давайте посмотрим что же выглядит он вот так вот давайте мы возьмем рационный факел и посмотрим что же он делает в принципе вы наверное уже могли догадаться по его названию атрактор ну он просто Притягивает, да, друзья. Это, в принципе, довольно-таки просто что понять. Но давайте посмотрим. То есть у меня сейчас ботинки, меня не притягивают, но. Вы можете видеть, он тоже притягивает всех подряд. И э, что, что же у него, опять же, за радиус? За радиус. Э, радиус у него. Боже мой, радиус у него тоже 12 блоков. И, например, чем дальше вы находитесь, например, здесь, тем медленнее он начинает притягивать. Но как только вы все ближе, 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 все быстрее, быстрее. Оп, и все. <къех> Притянул. Довольно-таки забавно, моем. У вас все там в порядке И что, давайте посмотрим следующий блок И следующий, это у нас directional attractor Который крафтится вот таким вот образом И это у нас, в принципе, тот же самый аттрактор, Но только, опять же, в одном направлении Например, вот туда Если мы поставим где-нибудь блока здесь То есть даже не здесь, а вот, 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 вот здесь вот Эй. А, я же не включил. Черт возьми. Его поставим. И вы можете видеть, он притягивает всех, кто находится именно вот по этой линии на 12 блоков туда. Что ж, давайте посмотрим. Если, например, за нибудь здесь, 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 никто, никто не притягивается. Но если мы... Вот так вот. Давай, 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 давай. Оп, все, притянулся. Довольно-таки круто. Давайте попробуем себя самого притянуть. Уберем эти ботинки и... Так, я нажимаю назад. Вот здесь я уже не могу. Я жму назад, я жму назад. Сейчас... ну, Все, я не могу. Слушай, реально невозможно отлепиться, это как. Я, я жму, я жму впер... Ну, в принципе, если уйти в бок туда, но если нажимать нажать именно назад, то это невозможно, друзья. Это невозможно. Но, в принципе. Окей, окей. Да. Будет... Кстати, можно себя вот так ускорить. Ну-ка так бежишь, бежишь, бежишь. Такой. тут ту 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 я бегу, бегу, бегу. Ну, как -то так ту бегу. ту 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 в ту 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 это уберем потому что больше нам это не понадобится окей следующее что мы посмотрим ну что ж вы ходите тут а, Следующий, это у нас уже <coughs>, репульсер, друзья И он, в принципе, вы, наверное, уже Опять же, по названию поняли, что он делает Но я вам все равно покажу Крафтится он вот таким вот образом И directional репульсор крафтится вот таким вот образом а, В принципе, давайте я вам продемонстрирую, что же он делает И вы его ставите, например, вот здесь вот Опять же, активируете Он начинает закараться таким синеньким цветом, очень красиво И что же он делает? Он отталкивает всех, кому не лень То есть вот таким вот образом А теперь давайте, знаете, что сделаем? Давайте теперь как раз таки э, возьмем тот самый аттрактор. И теперь быстренькая, за... быстренькая замена. Хоп. Э, а где они все уже? О боже мой, они уже все упали давно. Так, я просто хот... я ш... Что я хотел сделать, так это. Давайте попробуем, давайте попробуем. Я очень хочу это сделать. Э, давайте сделаем вот так вот. Так, если мне сейчас получится, то это будет забавно. Так, мне нужно. А! Не получилось. Ладно, ладно, не важно. Я просто хотел э, быстренько заменить аттрактор на репульсор, и чтобы не просто разлетелись все вокруг. Ну ладно, ничего страшного. То есть, да, друзья, этот блок он просто отталкивает. Вот таким вот образом. И Directional он делает то же самое, только всего лишь в одном направлении. Ну-ка, давай, подойди сюда. Ну-ка. Ну ладно, не хочет. Например, ставим одного здесь и его отталкивает. Меня нет, потому что у меня ботинки, но. Если мы их уберем, то вот на такое расстояние я все лишь могу подойти на расстояние два блока, потому что вот я живу вперед, и я просто не могу двигаться. Это очень-очень жестко, потому что, ну, реально очень мощные вещи. А, и, в принципе, да, друзья, в принципе, это все, что добавляет нам этот мод. Довольно-таки забавно, и вы реально можете очень офигенно экспериментировать с гравитацией. Можете делать все, что вам угодно. Можете делать всякие, я не знаю, платформы, прыгать с одной платформы в другую, делать... Блин, реально можно целую карту забабахать с помощью этого Эм, вы его хотели скинуть? Бедный, бедный, я тебе помогу. А вас? А вас в тюрьму. Ладно, друзья, что ж, если вам понравился этот мод, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был... С вами был Кейн, убийца детей, и до новых встреч.